Всем привет! Это проект «Успешные люди Узбекистана». И сегодня у нас, как всегда, эксклюзив. Мы в гостях у одного из самых узнаваемых, одного из самых сильных и успешных спортсменов Узбекистана, Мурада Хантураева. Погнали! Почему это эксклюзив, я хочу объяснить. Потому что никто из журналистов не был у этого человека дома, и у вас есть уникальная возможность увидеть это все, родителей, дом, награды. Это все очень круто. Поехали! Фух, я правда волнуюсь, но надеюсь, вам понравится. Ассаламу алейкум, братхи. Друзья, еще раз здравствуйте. Мы в гостях у одного из самых узнаваемых, интересных, успешных спортсменов Узбекистана, у Мурада Хантураева. Братхи, здравствуйте. Братхи, по традиции у нас первый вопрос. Это вопрос касаемо детства вашего. Ну, где вы родились? Где учились? Расскажите немного о себе, какой был вот маленький брат Хантураев. Родился я в городе Ташкенте, в Мирзоулыбекском районе, вот улица Дагестанская. Это мы здесь находимся, на улице Дагестанская, это наша квартира со своей историей, семейный наш очаг, да, родное место наше, святое. Родительский дом, это наша квартира, это наша. Ну что... Где учились? Учился я в 148-й школе. Учился. Это возле дома получается? Да, возле дома, здесь недалеко. Здесь учился со своими, здесь соседями, друзьями. Все еще дружим, общаемся. Детство здесь у нас прошло. А вот это получается уже не живете? Ну я, да, переехал. Ну, здесь находиться я люблю всегда. Потому что у меня здесь детство, да, наше прошло. Детство тоже со своей историей. Родители у меня были. Папа пекарь, мама домохозяйка. Я им помогал, как мог. Они мне всегда желали лучшего, да, вот старались, чтобы у меня все в достатке было. Ну, когда как получается. Ну вот. Вырастили меня. Спасибо им большое. А вот, ну, вы, получается, из состоятельной семьи были или не из состоятельной? Вот я просто к чему этот вопрос спрашиваю. Были ли такие вещи, о которых вы в детстве мечтали, или чего-то не хватало, и вот это все вам давало какую-то мотивацию? Не, состоятельной нашей семьей нельзя было говорить в то время. Как я сказал, мне папа вот профессиональный шеф-повар вообще, и в то время пекарем был. Мама, как я говорю, там хозяйка. Чего-то не хватало, да, чего-то хватало. Но они мне всегда делали, старались делать, чтобы у меня все в достатке было. И я также стремился и стремлюсь всегда к лучшей жизни. И на сегодняшний день, слава богу, вот добился, да, чего мог. Еще не конец, чтобы у меня мои родители, мой братишка, там, окружающие ни в чем не нуждались никогда. Чтобы мои дети, вот, например, ни в чем не нуждались, да? Я стремлюсь к этому. К вопросу детей у вас, вы получаете женаты? Да, женат. У меня двое детей. Старшему 4 года, младшему 2. А вам сейчас сколько получается? 29. 29, да? Скоро 30 исполняется. Что касаемо вот детства, насколько оно у вас было счастливым? И вообще, было ли оно счастливым?
Детство, да. Мое детство, конечно, было счастливым, конечно, потому что у меня были мои родители, мама, папа, братишка мой. Это и есть счастье. Хоть были, да, свои достатки, недостатки, свои проблемы, много проблем. Но это не касается счастья. Счастье – это что у меня живые родители, братишка, да? Вот сейчас дети. Это и есть счастье. Так что и детство, и сейчас у меня всегда счастливое. Я просто к чему этот вопрос задаю? Просто, ну, вы, получается, если вам даже в детстве даже чего-то не хватало, вы никогда не жаловались, вот родители, вы мне должны это сделать. Нет, наоборот. Я хотел добиваться всегда, всю жизнь, чтобы было лучше. Жаловаться на жизнь, и все равно ничего не получится. Можно сидеть, жаловаться на нее всю жизнь, и ничего не случится с тобой. Погодные обстоятельства, то есть в этом плане вы надо не требовали идти... у кого-то, не нужен от этого. Надо идти вот вперед, да, самому добиваться. Тебе вот родили, да, тебе дали любовь, да, теплоту твои родные. Ты уже вот, я считаю, мужчина уже 10-12 лет уже он может, да, что-то уже стараться как-нибудь там, что-нибудь научиться, да, может. Вот я, например, с очень даже не 10 мне было, еще меньше было, я уже лепешки, например, таскал. Лепешки таскал. Работал. Да, работал. А спортом вы уже тогда занимались или? Вот не обязательно было, знаешь, спортом заниматься, так как вот. Это тележка, например, да? Ее берешь и, короче, там 60-80 штук лепешек, да, тяжелых. И вот, чтобы она не остыла, тебе надо с пекарни, короче, до рынка его бегом отнести. Это и есть спорт, да, уже 2-3 километра ты бегаешь с этой коляской, относишь туда, там продавец принимает. В то время мама у меня продавала лепешки. Я ее все отвозил, она продавала. Я обратно опять бегом. Это, значит, километр туда, километр обратно. Два таких заходов 10 раз было в день. День. В день. А еще такие моменты были, когда коляска сломается, вот этот лоток берешь, его надо, короче, на руке или вдвоем, или троем, хоть как, короче. Ну, надо отнести, чтобы лепешка не остыла, например. Вот так. Это тоже вот спорт, начало спорта. Вот что касается спорта, вы уже с детства понимали, что вот будете борцом вот по ММА, либо бойцом без правил, я не знаю, или вы мечтали о другом в детстве, может, вы мечтали космонавтом стать? Ну, космонавтом я точно не мечтал стать, я высоты боюсь. Ну, я, если честно... Ну, кем вы хотели стать, я не знаю? Ведущим, может, певцом хотели стать, может? Нет, певцом категорически не хотел стать, у меня голос, он, видишь, какой. Я не думал, что я спортсмен сам, но все равно в мой спорт первые шаги, это мой этот, отец, да, этот. Помню, как меня в спорт они, папа повел, это мне хотели зуб удалять. Он говорит, папа говорит, короче, давай тебе зуб удалим, не плачь, я тебе, короче, на карате поведу. И уговорил меня. Потом поехали, удалили и повезло меня на «Динамо», отдали меня на карате. Я их, короче, потом обманывал, что хожу, короче, на карате. Это я сам вот сейчас осознаю, да, что я их типа обманывал, что я не тренируюсь. Оказывается, я все время тренировался, тогда тоже в детстве. Я не ходил в карате, например, бегом, короче, бегом. На Хамид-Олимпиан, там, короче, плавал, да, я очень люблю плавать. Это же тоже спорт, туда бегаешь, да, там 4 километра, 5 километров бегом туда. А почему на карате не ходили? Не нравится? Вы, получается, начинали с карате? Ну, было вот лето же, жарко, мне было вот купаться я хотел, короче, плавать. Плавать любил. Это потом вот так подумал, оказывается, хоть на карате не ходил, но все равно от спорта далеко не уходил я. Может быть, больше даже делал, да, бегал, плавал. Вы, получается, сами того не понимали, но, ну, то есть... Занимался спортом. Занимались спортом. Получается, вот в плане спорта прививку вам в детстве дал папа, ну, да. Если так судить.
А вы сами того не понимая, значит, вы не мечтали стать спортсменом, не хотели, не знали. Мечтал. Я хотел всегда быть это, сильным, например. А почему вы хотели быть сильным? Вас обижали? Ну, я в таком районе вырос. Я даже не постесняюсь, я когда вот отсюда из дома выходил, за хлебом меня когда отправляли, вот за мной 10-20 человек бегом, вот здесь разные, шпана всякая была, да? Они за мной бегали, пока я, блин, до хлеба добегу. Вот возьму там уже на базаре, так как мы лепешки продавали, вот это, там меня знают уже. Там меня это продавцы там защищали. Ну, у меня был этот азарт, чтобы этот сильным, да, стать, и чтобы, не чтобы их этот побить или наказать, чтобы этот, эти хулиганы, да, эти, это, чтобы меня выслушали, понимаешь? Мне, например, моя сила не нужна, чтобы ее кого-то использовать, бить. Ну, просто... Больше, чтобы уважали, наверное. Да, дело не в этом. Уважение ты получишь, когда они тебя выслушают. Если ты правильно скажешь, да? Правду, тогда, может, тебя будут уважать. Не может, а точно будет уважать. А и силой, например, все равно ничего не добьешься. А, вот поэтому я хотел, чтобы это меня выслушали, да, вот. Вот я сейчас уже чувствую себя хорошо, например, я и сильный, и они меня выслушают. Да, я никому из них, вот в этой, вот кто эти ребята, они тоже уже взрослые, я... Даже их этот, как сказать будет правильно, ну, их даже не трогал, да, я? Потому что они уже знают, и я знаю. Ну, с ними общаетесь, мне, здоровы, да, сейчас? Да, общаюсь, это мои друзья сейчас. Я их потом уже, когда результаты, вот, да, вот, я их потянул, этот, идемте там, на тренировку пойдем, зал здесь сделаем. И вот они... Стали тренироваться, и наша улица это вообще стала спортивная вся. Кто футболом, кто баскетболом, да? Кто бокс, кто карате. У нас в школе, когда мы в школе учились, 148-й, хоть оценки у нас не такие уж хорошие были, да? Но зато директор, учителя, все нас любили. Потому что в школе у нас разные секции, да, были там. Мы сами это делали. Не кто-то там помогал, не Райано или кто-то. Там по боксу, там тренажерный зал, футбол секция, баскетбол, гимнастика. Вот это мы сами ученики делали для себя, да, получается, чтобы наша школа, там все ребята тренировались, да. Мы и сами там тренировались всю жизнь, да, почти вот. Даже вот сегодня пойдем, покажу я вам. Вот у меня в жизни мой самый серьезный турнир, да, вот это S70 Сочи. Это турнир Путина. Раз в году проводится этот турнир. Он где? В России проходит, да? В Сочи, да, в России. Это такой турнир. Он и очень красивый такой. Он, знаешь, где, где этот, проводит этот турнир? Прям на море. Это с берега такая платформа. Она где-то километр, да? Ты проходишь этот километр, там посередине моря, значит, ресторан. В этом ресторане проводится турнир. Там вот собираются все, президенты, чиновники, вот такие люди собираются, и там турнир. Вот хороший важный момент, я просто к чему спрашиваю. В детстве, вот, когда вы уже начали заниматься спортом, да, вот вначале, вы о чем-то мечтали вот, в детстве? Чего-то вот, что из детства, о чем вы мечтали, воплотилось в жизнь? Имеется в виду, вот в плане вот S70, вы говорите, вы о таком вообще мечтали? Я об этом даже, если честно, даже не мечтал, так как в нашем детстве, этого вида спорта, если даже было, мы не видели. Мы знали карате, там, бокс, борьбу. Этого вида спорта мы не знали, даже не видели. Ну, в то время, что мы кровавый спорт смотрели, фильм «Ван Дамма», да? Мой любимый фильм был. Мама мне говорила, вот, сегодня пойдешь в школу, 3 пятерки купишь, я тебе эту кассету куплю. Я еще помню, 5 я не мог получить, я учителей уговаривал, чтобы мне 5 поставили. То есть вы отличником не были, да, в школе? Нет. Но по спорту всегда хороший результат показывали? Да, по спорту получалось. Получается, мы сейчас выяснили по поводу вот спорта и жизненных моментов, то, что повлияло на становление вашей личности.
Это вот то, что вы помогали родителям, таскали там лепешки и все остальное. Еще какие моменты на вас повлияли? То, что вот повлияло на становление вашей личности, помогло вам в жизни из детства. Какие еще моменты? Ну, в основном, мне что, я не мог смотреть, как, например, мои родители, вот я молодой был, работают. Папа трудится, мама трудится. Для всех это, не для всех, для многих это нормально, но для меня это ненормально, я не могу, да, воспринимать. Вот по сегодняшний день тоже отцу говорю, папа, не работай, все же хорошо, мама не работает, а они мне говорят, ты не понимаешь, это не из-за денег мы работаем, просто дома сидеть там не можем, да, уже мы люди такие, на движениях всегда, рабочие, да. Я понял. Но... Получается, в детстве, ну, сейчас это уже другая работа у них, они уже более попроще, а тогда тяжело души, было, да? Для души сейчас, да, вот чисто, чтобы дома не сидеть там, как, чтобы тоску не нагонять, да. То есть, получается, вы мечтали в детстве тоже обеспечить родителей? Конечно, они... это мечта любого мужчины, это мечта, чтобы родители его с ней, да, семья вся, все родственники, все достатки были, это же самое главное. Что касается вот спорта, а вы хотели его вообще в детстве в какой-то момент бросить? Ну, бывает же, люди в детстве, они не могут выбрать то, что хотят. У них вроде и это получается, или вон там завтра бизнесмен увидит, не, я спорт брошу, бизнесом буду заниматься. Вот я в плане вот этого, как вы? Всегда вот успевал, вот, веришь, вот, и когда лепешки делали, да, например. Даже в этом доме, почему я говорю, что этот дом со своей историей, когда уже перестали, да, лепешки делать, здесь мы вот в той половине квартиры делали пирожки, да. Я с утра вставал, выходил и продавал их. Это тоже как в своем роде это бизнес же. Правильно? Ты делаешь и продаешь, да? Муратке, вот получается, вы сколько лет начали зарабатывать? Ну, начали уже иметь свои карманные деньги. Ну вот, как я сказал, уже вот 7-8, да, лет, 10 лет я уже и лепешки таскал, и там всякие эти дела, да. Уже зарабатывал не для себя, для семьи, да, помогал, да, это получается. Там у вас карманные, получается, оставались или пока все? Нет, это все общее у нас, общее было, все общее, домой. А вот когда начали зарабатывать сами? Сам я, если не ошибаюсь, в 8-9 классе у меня уже свои деньги были всегда. В 8 классе, да. Я понял. А то есть в 8 классе вы уже были, по сути, финансово независимым? Да, у меня уже были свои деньги. Хорошо. Вот вопрос еще детства, я еще такие вопросы задам. А сколько вам лет было уже, когда вы проснулись более таким узнаваемым, так скажем, уважаемым? Потому что вот был момент, когда за вами бегали. А сколько вам было, когда вы проснулись? Мне ровно год было, когда я очень уважаемым человеком был, когда вот проснулся, все, бабушка, дедушка, там, родители, да, там, все на ушах стояли, когда я проспался. А вообще, это я шучу, где-то 15-16 лет мне уже достаточно много людей знало, я много людей знал, общались с многими людьми, ну, если так. То есть за вами уже не бегали 15 лет? Не, уже 17. 17-18 лет. Вот этот журнал в 17 лет у меня выпустили, когда я стал первый раз чемпионом Азии по универсальному бою. В 17 лет вы были уже чемпионом Азии? Да. Это уже меня, уже этот журнал сам за себя говорит. Все, например, Азия, да, меня знала уже. Уже это достаточно для 17-летнего парня. А вот скажите, ну, получается, вот, когда вы были, ну, скажем так, простым, когда за вами бегали и все такое, у вас остались эти друзья детства, которые с вами общались? Ну, я все еще простой, это, ну, меня никогда не влияет, ну, какое у меня будет положение или статус. То есть первый раз, когда вы стали вот успешным, у вас звездная болезнь не охватила? Ну вот у меня есть друг, например, да, Бабур, да, звать, например, Бабур.
Там махали много, да, всех сейчас по именам не надо. Не, вспомню, как не вспомню. Мы до сегодняшнего дня общаемся. Вот, например, даже сейчас в школу пойдем, да, все там ребята. Это мы там всегда собираемся, там турник, брюс, там кто футбол пинает. Все вместе. Вот это Бабур, например, он парень тоже простой, стройкой, да, занимается. Строитель. Вот я ему сколько помогаю, да, этот, до сегодня, не знаю, если он позовет, я вот по ремонту тоже я умею, да, там, с фундамента и вообще. Ничего. Помогаю, да, вот он. Но это близкие друзья, это друзья детства. А вот я к чему спрашиваю, когда вы стали успешным, появились ли люди, которые вот, ну, хотели быть рядом в каких-то корыстных целях? Ну да, там уже, понимаешь, там уже когда... Ты все равно уже это жизнь тоже как класс же, понимаешь, там уровень растет, там все начинается. Изначально кто-то хочет тебе там чуть-чуть силы появляется, там кто-то в охрану на работу взять, да, кто-то куда-то. Ну, например, я нигде в охране не работал. Никогда? Никогда не работал. Хотя предлагали, да? Ну, очень многие люди, да, очень серьезные люди, там, очень богатые люди, все предлагали, но... Почему вы? Ну, это сила, которую я собирал, это не для них, короче. Не для охраны? Да, не для них, чтобы их охранять, это для себя, короче. Я эту силу, да, это мои же, это личное, да, это мое. Не для продажи, это. Ну, потом этот уровень тоже ты проходишь, потом тебе уже начинают другие, короче, это предложение поступать. Там. А вам предлагали побить кого-то за деньги? Ну да, предлагали. Но это неправильно это. Я это никогда не поддерживал. Я могу человек заступиться, чтобы его не обижали, например, да? Или что его неправильно, это, ни за что обидели. Ну, чтобы кто-то мне заплатил, чтобы я пошел там с ним разобрался или обидел его. Я такое никогда себе не позволю и не позволяю. Получается, у вас есть какие-то моральные принципы. Вот в охрану никогда не шли, несмотря кто бы попросил за деньги, никогда. А вот вы, в плане вот боев, были ли такие моменты у вас в детстве, что вы несправедливо кого-то побили? Или... У меня в детстве? Да. Несправедливо кого-то? Да. Нет, я не считаю, я считаю, что я помню каждого человека, которого я обидел, которые так считают, что я их обидел, хоть это я их не обижал, они сами это заслужили. Я никогда человека не обижу, если даже он... У меня много бывает, да, ситуаций там, кто-нибудь там... Может, разные же люди есть, да? Я на провокации не иду. Это не часто бывает, чтобы меня вывести из себя. Это выводить, я и сам не хочу, чтобы меня выводили. Вот у меня и с законом, да, проблемы были. Я переступал закон, ну, за свои грехи я отвечал всегда. Это вот, это меня вывели, понимаешь, это на провокационные эти, я попался. Никого я этот... Точно знаю, что просто так я не обижал никого. Я против этого. Ну, то есть вы справедливый человек? Ну, это уже не мне решать это. Как раз вот вспомнил один случай у меня был. После соревнования, после боя, вот эту перегородку я оперировал в больнице. И подышать вышел на улицу, просто там на площадке сижу теперь. Проходит девушка, спешит. Возле меня останавливается и говорит, а где это здесь такое-то отделение? Я говорю, показываю, где она находится, да, это отделение. И через 5 минут где-то за ней, не за ней, сам иду к себе на палату. Она там с врачами там разговаривает, спрашивает про меня, короче, вот, ну, рот здесь, оказывается, лежит, где, какой палате. Мне ей сказали, что я в той палате, и я за ней, получается, иду. Она открывает, там никого нету. Я один лежал в этой палате. Я спрашиваю у нее, что хотела, короче, что хотели. Она поворачивается и говорит мне, вы такой-то? Я говорю, ну да, я. Она теперь мне говорит, вот
И я слышал, что вы этот сильный парень и так далее. Можете мне помочь? Я говорю, да, если с удовольствием, конечно, если там помогу. А что случилось, спрашиваю. Она мне говорит, вот моего мужа нужно избить, говорит, я вам заплачу, мне говорит. Я даже не смог разозлиться на этот момент, знаешь, мне так смешно было, что вот я ей говорю, ты... Сколько предлагал ты? Ну, я деньги не спрашиваю у нее, сколько она чего хочет. Да просто, не, шучу. Да. Ну, она, получается, осознанно знала, что вы спортсмены, и хотела бы просто вам заплатить, чтобы побили мужа. И что вы ответили? Я ей сказал, если ты кому-то скажешь, и кто-то пойдет, твоего мужа побьет, я этого человека очень сильно побью, говорю. Так не делай, говорю. Как можно мужа бить? Вот представь, вот меня моя жена закажет кому-то. Это ненормально же, правильно? Это странно, во-первых. Да, это вот так говоришь. Вроде серьезный, да, но так смешно вообще. Ужас, да, это сущий. Ну, я ее выпроводил, и чтобы они жили. Наверное, счастливы они сейчас. Понятно. Ну, давайте прогуляемся по дому тогда. Ну, вот мы перемещаемся по квартире, получается. Это вот награды Муратакия. Вот тебе я бы хотел спросить, вот первая победа, первая медаль, покажите ее. Какие ваши ощущения, чувства были? Это моя первая медаль вот по универсальному бою, да? Угу. Я первый раз стал чемпионом Азии среди взрослых. Это в Узбекистане, да, проходил? Да, Самарканд. Это моя первая медаль. Вы золото взяли сразу? Да. Первое место? Да, первое место. Пять боев провел тогда. Все досрочно, 40 секунд, 20 секунд, вот так выиграл. И это самая сильная история у нее, у этой медали. Знаешь почему? Почему? Меня тренировали? У меня в жизни был такой период, в депрессию, да, я попал, у меня серьезные проблемы были. В депрессию попал, потом встретил одного человека, да. С ним начали общаться первое время. Я даже не знал, что он там тренер и так далее. И потом он мне предложил тренироваться. Мы поехали на завод. В этом заводе был один контейнер. Контейнер. В этом контейнере я жил. Была одна собака, был один петух. Это птица. И один мешок. Прям как в фильмах, что ли? Серьезно, да. Вот он меня на ночь оставлял, а остальной весь день он со мной был. Я бегал, тренировался. Условно вашим тренером, получается? Да, это... Вот эти два года, когда у меня депрессия была, я и вес набрал, и уже как бы в нехорошей форме был. Чуть-чуть потеряли в жизни, да, получается? Да. Он меня тренировал, я бегал, в основном бегал, прыгал. Как мог, тренировался. И он мне предлагает поехать на чемпионат Азии. Говорит, езжай, просто посмотри, подерись. Не надо там выигрывать или еще что-то. Просто покажи, что ты научился здесь. Проверим силы, да? Да. А, я, значит, поехал. Поехал. У меня... Чувство какое было? Страшно было? Не, у меня никакого страха, никаких эмоций в то время не было. Я же говорю, у меня депрессия была. Мне ничего вообще не волновало. У меня был очень сильный азарт, чтобы добиться, да, в жизни хорошего, серьезного уровня, чтобы со мной считались, да? Сложный момент в жизни, да, был, да, в общем. И финансово, получается. Доказать, да, себе, всем. Я выиграл 5 боев титулованных, серьезных бойцов. Хоть мне было 17 лет. Вам 17 тогда? Да.
Я среди мужчин, да, среди взрослых дрался там. 30 лет, да, вот такие, да, все. Тяжелой массе, да, если не ошибаюсь, вы еще? 86 килограмм, да, первый тяжелый вес. Хоп, 5 боев я выиграл, 5 боев у серьезных бойцов. 20 секунд, 40 секунд, на минуту даже никто не хватил. 5 боев, у меня это азарт был такой. Я всех досрочно выиграл. Это мой первый медаль, получается, она самая, история там серьезная у меня. Домой приехал. Какое чувство было, когда выиграли? Чувство я себе даже не мог представить, мне такое затупленное все было. Да? Вы сами не поняли? Да, потом домой приехал, ночью приехали. Приехал, значит, медаль, грамоты, все дела, подарки. Родители дверь открывают, и я говорю, вот я выиграл, короче. Они не верят, говорят, где это взял, говорят. Выиграл? Понимаешь, потом печати туда-сюда, они все еще не верили. Потом их этот, в Олимпийский комитет, не Олимпийский, в музей Олимпийской славы пригласили моих родителей. Они не понимают, в чем дело. Сидят там гости, Олимпийский комитет сидят и меня приглашают. Меня приглашают, я выхожу, там стою, и моих родителей вызывают, и им... Вручают подарки за чемпиона, короче. Вот тогда уже. А родители почему не понимали? Можете двух слов сказать? Типа, ну, вы не типичный совсем спортсмен, да? Ну, то есть вы вот зарабатывали, тренировались, но получается иногда и, ну, как, разгульный образ жизни, может, вели, да. Может, неправильно, да? Поэтому не понимали? Ну, я это не считаю неправильным, да, разгульный, да? Угу. Ну, шкет, да? Ну, можно так сказать. Круто. Ну вот, дальше. Они медали, это значит, тоже золото, вот, это Ереван, Армения, это, считай, в этом виде спорта ушу санда. Он очень жесткий, очень серьезный вид спорта. Я выиграл золото. В то время еще в Узбекистане она, если 30 лет существует, эта федерация, они даже никогда третье место не занимали. Я поехал, там первое занял. Я вот не пойму, вы в любом спорте можете выступить, да, я тебе получается? Расскажу, вот. Это получается рукопашный бой. Первое место. Это ушу санда. Первое место. Это значит... это Казахстан. Первое место. Астана. Вот этот турнир, вот этот, кстати, очень серьезный турнир. Это... У Назарбаева день рождения, когда день страны, он проводит очень серьезный турнир. Там по всему миру по одному супертяжеловесу приходит. Со всего мира? Со всего мира. Узбекистан представляли вы? Да. Наши узбеки до сегодняшнего дня, да, там еще даже третье место никто не занимал. Я занял первое место. Я в финале дрался с 7-кратным чемпионом мира Русланом Аушевым. 2,5 рост, 140 килограмм. Самый мощный рукопашник, считается он в мире. Ингуш. Вот я его выиграл. Этот чемпионат мира, универсальный бой, это я там занял второе место. Было очень сложно, 5 раундов дрались. Это по миру? Да. А сколько вам лет было тогда? 17. 17 лет? Да, среди взрослых. Я дрался 5 раундов и проиграл 1 балл, 1 очко. Могли бы первое место взять? 17 лет? Не смог. По миру? Не, вообще? Ну, не смог. Это вот... Ильхом Алиев в Баку, его сын в честь своего отца чемпионат мира проводил. Uh-huh. Это, нет, ошибаюсь, извиняюсь, меня как гостя позвали на турнир Европы. Я считаюсь в Узбекистане единственным чемпионом Европы. Мы же Азия. Вы тоже там золото заняли? Получается? Да, вот. Это тоже 17 лет?
Это 20. А, это 20, да. Значит, я считаю, чемпион Европы. Хоть мы в Азии живем, меня пригласили, я дрался в чемпионате Европы и завоевал Европу. Это республика. Наша, да? Да, чемпионат. Первое место. Да. А вот это две медали, Калининград, да? Это же бывший город Кёнигсберг. Да. Германия. Угу. Вот этот город вообще, вот Кёнигсберг, завоевал узбекский генерал, знаете, да? Собрахимов. Да ладно, я не знал, честно. Вот это Германия, город Германия, Кёнигсберг, завоевал узбекский генерал Собрахимов. Ага. И эти камни только там, вот эти янтарные камни. Добывают, да? Да. Там был турнир, чемпионат мира. Поэтому это камни из янтаря, да, медали. А это медведь, получается? Да, азиатский медведь. Этот всемирный пояс, организация Всемирной Федерации, ВЭФ. А где это проходило? В Кыргызстане. Это вот я выиграл. Первое тоже? Да, это же пояс чемпионский. Это у нас. Азия. Азия. Узбекистан кап. Да. Этот. А айкидо? Вы даже по айкидо выступали? Да. А как вы совмещаете все эти спорты? То есть? Я даже могу пробежаться. Понятно. Хорошо. Но с победами круто. А вот были проигрыши? Сколько лет вам было? Проигрыш был. Вот так, как я сказал, вот на чемпионате мира я проиграл. Вы заняли второе место, я имею в виду обидный проигрыш какой-нибудь. А, обидный проигрыш у меня вот, я бился в дебютном бое, да? Первый бой выиграл, второй бой я дрался с грузином. Я его 11-0 выигрывал, 11-0 выигрывал. И сломал себе руку. И остановил бой. Хоть он меня ни разу не коснулся, но я выигрывал, но остановил бой. И это, считаю, все равно это проигрыш. Но это обидный проигрыш. Вот это. А вы ударили неправильно, получается? Да, что-то я неправильно ударил. А и что вы чувствовали хорошо в этот момент? А еще вот мне этот... Номинацию давали. Лучший диплом? Боец года. Хантур Ахмурат. Узбекистан, это да? Тоже... Федерация, президент Федерации универсального боя Узбекистана. Это лучший боец года мне дали. Что вы чувствовали, когда проиграли-то? Что я чувствовал? Жалко мне было себя. Плакали? Нет. Нет? Я не плачу, когда проигрываю. Не, ну может быть для вас. Ну, то есть... Это проигрываешь, там значит есть над чем еще поработать. Ну, то есть вы не катастрофически относитесь к проигрышу, я просто к этому веду. То есть ночами не спать, потом, ой, я проиграл, проиграл. Ну, то есть вы умеете проигрывать? Да, конечно, меня семья поддержит, друзья поддержат. Сейчас мы в гостиной, пьем чай, пьем компот, точнее. Вот, может, тебе представить родителей? Я вас познакомлю с своими родителями. Это моя мама, Умида. Это мой отец, Мухаммад Усман. Это мой сын, Аюбхан. Это племянница моя, Шахноза. Младший сын уснул. Значит, это мои самые ярые болельщики. Не только в спорте, но и за мое будущее, за мою жизнь. Мама, значит, у меня вот, кстати, вот этот компот всегда этот заваривает. Здесь все сухофрукты, все. Для печени, там, для сердца, для организма. Пьем только этот компот. Вот с утра я просыпаюсь, первым делом я вижу у себя в зале вот этот компот. Мама всегда делает и ставит мне его. Папа вот меня во всем всегда вот поддерживает. Как я сказал, еще он мне всегда вот сказал, я повар, да, у меня папа. Перед каждым турниром он мне всегда что-нибудь вкусное, сильное приготовит. Я покушаю. Традиция такая. Потом я еду на соревнования. Вот здесь, без разницы, улетаю. Еще у меня папа герой это, войны. Участник Афганистана. Герой, да? Он мой герой. Герой. Значит, вот я вам покажу его медали. Вот это, значит, воину-интернационалисту. Это вот папина. Этот
от благодарного афганского народа. Вот эта медаль. Вы прям воевали, да? Отец у меня воевал. Вот это вот 70 лет военных сил. Это вот самый этот за отвагу. Это у нас в крови. Папа у меня вот такой вот. У нас это все, поэтому в крови у нас. Ну, я тогда папе вопрос задам. Вот по поводу сына, вот с более легкого хочу такое начать. Ну, может, у тебя рассказывает то, что он 16 лет уже был чемпионом, да? Вы, получается, как, ну, многие родители как бы наказывают своих детей, там, ругают, пеньки дают под зад. Вы как, получается, наказывали, ну, как, ну? Ну, это вообще зависит от воспитания. Обязательно бить не надо. А словами все, или взгляд. Ребенок понимает, зачем бить. От воспитания все зависит. А взгляд или словами хватает. А он у вас боялся, слушал, да? Слушался и сейчас до сих пор слушается, все хорошо. Да. Ну, бывало в детстве. А вот тут мы разговаривали о том, что Мурадке мог месяцами не тренироваться и выходить на соревнования и брать, ну, то есть завоевать первое место. Получается, это гены или все-таки что? Это, во-первых, гены тоже много роли играют, а во-вторых, есть, как сказать, природная сила у человека. Вот это много чего зависит от природной силы. Много тренироваться и ничего не добиться. Вот тоже много чего зависит. Открыли этот ген. А почему вы его отдали на спорт вообще? Ну, в детстве я сам увлекался как. И тоже мне интересно было, да, чтобы ребенок у меня вырос спортивным, красивым, здоровым ребенком. Ну вот, интересовались, вот маленький 3 годика, 4 годика, уже шпагат, туда-сюда занимались потихоньку. Ну, как подросток, 10-12 лет, уже начал сам. У него было стремление, да? Ну, водил в «Динамо», там, к знакомым друзьям. «Динамо» я видел, там ребята бегают, выходят на стадион, с дальнего угла идут, спрячутся и сидят. А я бегал, аж под дым пар шел, да, с него, лето было такое, я до сих пор вспоминаю, да. А другие спрятаются, там тинки сидят, а я бегают по стадиону. Ну, стремление было. Сила воли, получается. Сила воли, да. А это вы проявили ему? Нет, это, наверное, не знаю, рожденный, наверное, у него самого сила воли сильная. Понятно. Гордитесь сыном? Гордимся, конечно. А вот когда перед боем каким-то переживаете за него или... Бывает иногда, как сказать, последний или предпоследний, без тренировки пошел, вот именно вот тогда переживал немного. Соперник сильный был. Ну, в основном никогда не переживаем, приходим, знаем, что... Умидапа, я создан сурамовчидом. Мене болена бабр, как-никак, сіз чемпионы воспитать хагенсіз. Енді бұл ата-аналеге немес совет беру алейсі? Қанақы вот, качестваларын сіз мұрадкеге прививать қалардыйсі? Воспитывать сходкенді? Қанақы основной вкладыйсі, по вашему мнению? Вот, машину сұрам алшыным. Боланы қызықтырыш. Ата-анагеем болу. Деп ойлайман де. Яғына мана, дұхал сөзі. Вот, енді бошлаватканларда бұл переживать қалардыйсіз ба? Баба, қандайдыр май қып қойышы мүмкін сіз? Йо, переживать қылышы, переживать қылмағаным. Өзім яхш көргенмін спортке барған үшін. Неге переживать қылмасыз? А? Неге переживать қылмасыз? Қойдым хатыр жан тоқ боларды. Біледі, что он лучше, да? Я знала, что он лучше из лучше. Понятно. А вот в плане вот воспитания, вот как в общем, в 3 словах воспитать чемпиона? Как вы думаете, можно ли воспитать вообще чемпиона? Или все-таки чемпионами рождаются? Рождаются, наверное, не воспитаешь чемпионом, наверное, не воспитаешь, но, наверное, гены. И... У вас, вы говорите, отец, да? Да, у меня папа был боксером, у него дедушка был. Полван Курашчи Бугенда. Ну, гены тоже, я думаю, где-то 40 гены, остальное он сам, какой есть. Понятно. Спасибо большое. И вот, ухлопал. Айпхон. У меня последние 2 вопроса к тебе. У тебя девушка есть? Айпхон? А какие языки ты знаешь? Английский. Как-то? Английский.
А русский? Ну, как это разговаривать? Как будет красный на английском? Red. Как? Red. Red? Понятно. А девушки что, нету? Как это? Почему? Ты ж такой, он красивый. Не успел, да, еще? Английский мешает. Шахноза. Мурат, у тебя отец был, да? У бубойляр, ну, кур, я мы сос. Сос, что переживать, хрят смом, за чем переживать, хмят, ты будто перед боем. Йо. Йо? Понятно, ну все. Вот мы решили прогуляться по улице, где жил Мурат Хантураев. Мурат, тебе расскажете, что да, здесь? Это вот наш райончик, наш Махале. Здесь сейчас дверь открывать не буду, там всякий хлам сейчас. Вот это наш первый зал. Как зал? Мы его сделали. Здесь тренировались. Кстати, как я вообще все начиналось? Как я вообще... Я по Паркинскому тогда барахолка была. Ходил, слушал плеер и шел. Смотрю, книжка карате. И говорю ему, короче, будешь меняться на плеер? Это продавец быстрый такой, ушлый, я же маленький, что не понимаю, за этот плеер можно, блин, много чего купить. Ну, он, короче, соглашается, берем, значит, эту книгу. Почему вы решили поменяться на плеер? Он же для вас тоже дорог был, наверное. Ну, дорог был, зато эта книжка мне интереснее была. Я же сказал, у меня детские проблемы. Как называется? Ну, вот этот учебник карате, да, там был конкретный. Угу. Пришли, убрались, мешок повесили сюда, через это. Повесили все, сделали, тренировались. Здесь вот у нас турник. Вот он уже стоит, идемте, я вам покажу. Юровну. Это вот наш турник, он здесь 25 лет стоит, вот он. Ничего здесь не изменилось, этот турник. Вот этот турник 25 лет, он уже здесь стоит. Каждое утро папа выходил, проверял, как мы здесь подтягиваемся, тренируемся. А поскольку вы подтягивали, дети? Сейчас не знаю. Нет, так, детство. Так по 50 раз подтягивались, по 50 раз. А эти силовые делать умели все? Да, все, по турнику умеем. А вот тем, кто хочет накачаться, да, я не знаю, фигуру, вот что ему надо, вот в зал идти, протеин пить или все-таки вот турник, брюси, это самое оптимальное? Ну, там у всех разная генетика, там. У нас, например, проблемы всегда с весом. Я всегда вот перед соревнованиями худею, гоняю 15-20 килограмм, чтобы чувствовать себя хорошо. А как вы худеете, если вкратце? На диете, тренировки, правильное питание. Вот диета такой. У вас своя или врач прописывает? Нет, своя. Своя? Вы можете раскрыть секрет? Ну да, конечно, в чем проблема? Парное кушаю, поменьше кушаю. Ну, почаще. Почаще? Белки, курицу там, рыбу, зелень, кисломолоко. Сладкое не кушаю, соленое не кушаю, вот так, да. Сколько вы максимум скидывали? 20 килограмм. За какой срок? 10 дней. А это не вредно, не стресс для организма? Ну, чем-то жертвуешь по-любому, чтобы что-то... То есть за 10 дней можно 20 килограмм скинуть? Ну да, вот видишь, я сейчас полненький. Я могу сгонять за 10 дней 20 килограмм, если у меня будет турнир. Это вы тренироваться будете или без? Да, буду тренироваться, конечно, буду гонять. Бег, турник, да? Ну все, все, сильный тур. А как зовут? Это ваш, получается, младший сын, да? Мелкий, младший, я сын его зовут, мой этот. Кара, салам бер. Бокс хупкой, телевизорке. Сточек. А вот насчет детей, что касаемо детей. Кем вы хотите, чтобы они стали-то? Спортсменами они будут? Или вы все-таки даете выбор? Они сами выберут, да? Самое главное, чтобы хорошими людьми были. Хорошими людьми. Вам не важно, вы свое, значит, не навязываете, да? Будьте этим. Нет, конечно, я их всегда поддержу. Лишь бы они были честными, достойными, хорошими. Я так понял, вы вкладываете их образование, у вас старший сын на английском разговаривает, хоть ему 4 года. Вот. А главное, то есть, в вашем понимании, это честность людям. Да, честь. Честь. Понятно. Что еще, детей хотите? Конечно. Сколько Бог даст, столько будет. Ain't no mercy, ain't no mercy.
У меня вот такой вопрос. Комфорт для спорта – это хорошо или плохо? Комфорт для спорта? Хорошие условия имеется в виду, вот это вот все. Ну, если ты профессионально готовишься, тебе дело не в комфорте, там, понимаешь, нужен покой. Покой. Я хожу в разные очень хорошие солидные залы, там, например, в Озон фитнес-центр, там, на C1 тоже есть очень хороший центр. Я хожу туда, ну там и нету покоя, да, чтобы ты приготовился, подготовился к турниру какому-нибудь, да. Там очень много и тренажеров, и всего там супер вообще. Ну, когда очень серьезный турнир, да, любой турнир я готовлюсь, у себя в школе. Там никакого комфорта, ничего абсолютного нету, там ничего не отвлекает, душа, скажем. Ни душа, например, да, ни душа, ни мата, ничего, там асфальт, асфальт, поле, турники в Руси. Иногда, если повезет, найдешь тенек, встанешь на тенек и тренируешься. А так, вот такая вот жара. Я просто к чему веду, если бы, к примеру, вы из простой семьи, а вдруг вы родились без обеспеченной, да, к примеру, и да, все бы у вас было, хороший зал, вот комфортно, вы бы добились того, что добились, как думаете? Ну, я не знаю, наверное, мне бы это не было бы интересно. Мне кажется, это больше потом мешает, да, в плане такого? Ну, у меня был азарт, я выбрал этот путь, да, чтобы завоевать, да, что мне надо, забрать то, что мне надо. Выбрал этот путь. Этот путь я увидел, что я смогу. А если бы у меня все в достатке было бы, и никакой нужды, там, и никакого азарта к жизни, да, никакой цели, так как у меня все есть же, правильно? Ну да. Я бы, наверное, ну, как стал сейчас, да, вот считайте. Ну, сейчас не все, но может быть, но есть уже, да, вот этот комфорт все-таки какой-то мере. Ну, у меня в данное время то, что мне надо, то, что мне надо моей семье, моим родственникам, моим близким, кто рядом, есть все. Ну, есть определенные вещи, которые. А вот в детстве вот вы мечтали, вот, к примеру, чтобы у вас была такая машина тоже, чтобы одежда какая-нибудь, да, такая. Конечно, я всегда я так понял. Красиво, хороших бутиках, да, ездить на хороших машинах, конечно, это же очень. Но вы в детстве об этом мечтали, получается? Ну да, вот я здесь когда тренировался, даже у меня обувь есть, обувь моя разная была, на правой ноге это обувь, на левой другая, так как это в детстве, да, не было, да? Не было. А на сегодняшний день вот я себе могу позволить пойти хорошую спортивную одежду купить и в ней тренироваться. Это вот наша школа. Старая, добрая. Мы пришли вот в 148-ю школу Мородки. Зачем мы сюда пришли? С чем ассоциируется эта школа? Вообще расскажете. Ну, во-первых, в этой школе я учился. Это мое любимое место. На соревнования, на турниры я здесь готовлюсь. На самый бегаю, крупный даже? На самый крупный турнир в моей карьере, S70, самый 70, это путиновский турнир, да? В России проводится, в городе Сочи. Вот, я вот здесь готовился, на этот турнир. Здесь никаких условий нету, никакого душа, никаких матов. Почему здесь? Ну, эти условия меня вполне устраивают, здесь спокойно, тихо, никто тебе не мешает. Родная Махаля, район, да, свой, школа. Один, получается, здесь учился ты, в этой школе. Вот я, почему именно тут, почему не в дорогих залах, там, недорогой экипировке, а именно тут, в простом? Ну, я хожу в дорогие залы, очень престижные залы. Дело не в том, что они дорогие, они хорошие, удобные, там хорошо. Ну, здесь, понимаешь, здесь, как говорится, дома вот
стены спасают, да? Здесь это мой район, моя школа родная, да, где я учился, какую-то эту школу, значит, я закончил. Это атмосфера здесь. Потом тебе... как здесь мне хорошо и комфортно, хоть здесь никакого комфорта нету, ни душа, ни матов, ничего абсолютно, да? Здесь мне хорошо, я здесь готовлюсь. Я просто веду к тому, что у вас такой звездности нет, да, о, я, чтобы опять в школе это тренировался, я должен в зале там тренироваться. Я бы еще сказал бы, знаешь, это нашей молодежи, да, да, любому человеку, кто хочет, да, там, тренироваться, там, много вопросов мне задают, как, что, как вы стали, как вы добились, где тренируетесь, что надо пить, как надо стричься, вот такие ненужные вопросы, да. Вот я в детстве, вот, у меня никаких вопросов не было, у меня была цель. Мне без разницы было, где тренироваться, как тренироваться, в чем тренироваться. Вот на сегодняшний день я себе могу, да, позволить там какую-то одежду себе, да, на тренировке носить. Вот. У меня даже если когда не было, да, я и в тапочках бегал, и босиком бегал, да, два разных обуви, да, бегал. Я не спрашивал, как будет, что будет. Я эту цель шел, добивался. Вы советуете ставить, да, цель и, да, просто идти к ней. Без разницы, где ты тренируешься, с кем ты тренируешься. Я к этому вел, да. Вот такие вот. Это четко. А вы вот насчет S70, ну это очень, ну, популярный турнир, так скажем. Вы тут тренировались с кем? Один получается? Или кто ваш вот соперник, с кем вы тренируетесь? Вы все-таки... Ну, у меня есть мои спарринг-партнеры, друзья. Выходим вместе, тренируемся. Друзья помогают, да, в этом плане? Да, помогают. Вот у меня тренера, вот у меня здесь, у меня очень много было тренеров. Вот у меня с детства первый мой тренер получается Михаил Дмитриевич. Потом Юра Базоров, потом Асатике Уринов, да, Надир Кадыров. Вот. А в основном у меня вот Азиз, сейчас он как раз продемонстрирует, как лапы держит, как тренирует, это мой, вот, меня он тренирует. Еще такой вопрос, вы вот очень уверенный человек, да, и по глазам видно, и по виду, как это, как этому учиться, я не пойму, вот, как, откуда такая уверенность? Вот. Ну, уверенность, как, ну... Перед выходом на ринг, вот это чувство страха, как подавляете? Чувство, вы боитесь вот вообще? Всегда есть, всегда. Перед любым боем? Перед любым боем и вообще каждый день. Это чувство страха, без этого никак. Вы его не показываете просто, получается? Если я даже скажу, что я боюсь, да, мне, может, кто-то не поверит, понимаешь? Ну, я много чего боюсь. Не, я просто к чему веду, в этой жизни вообще стоит показывать то, что ты боишься чего-то или... Ну, будь таким, если ты даже боишься, чтобы они знали, что ты не боишься. Продолжаем вопросы. Муратке, я вот хотел спросить, вот вы сейчас боксировали, да, били лапу. У вас чувство жалости вообще есть? Жалости? В бою? Давайте с жизни начнем, потом будем... Жизни? Перейдем. Да. В жизни есть, да. В чем она проявляется? В какой момент вы человека можете пожалеть вообще? Жалких людей надо жалеть. Есть же люди, да, разные, жалкие, там, всякие же люди, да, бывают там, как тебе объяснить? Которые некрасиво поступают, к примеру, имеете в виду? Ну да, нечестные люди, нехорошие. Не, нехорошие не входят туда, этот, туда входят вот предатели, да. Вот такие вот нехороших людей не жалко. Жалкие, да, они, потому что они и так жалкие.
не жалко. А в бою у меня только уважение. Перед боем даже я со своим соперником подхожу, всегда им говорю, желаю удачи ему. Некоторые это нормально воспринимают, некоторые думают, что я пришел там нервами пошалить или же это поиздеваться, да? А вы чисто по-человечески? А я чисто по-человечески. Даже когда после боя я не подхожу к ним издеваться или как-то чисто воды возьму там, полотенце возьму, понимаю. Скажу, да, нами рано обмениваешь, приезжайте в гости, да? Вот я момент вспомнил. Вот я не помню, в каком городе этот бой был, но соперник при демонстрации на вас очень сильно, да, агрессию показал. Это нормально? Это было шоу или он типа хотел показать? Ну, он мне нервы мне хотел, да, он пошел тут. Вот там сдержанно себя повели. Ну, нервы он мне, конечно, поиграл. Это он хуже себя сделал? Ну, да. Вот, ну, давайте пожелаем спортсменам, что вы вообще вот... Сидит там парень, я не знаю, где-то там, в окраине Ташкента или хоть где. Что мы ему посоветуем? Он хочет быть как вы. Пусть старается, пусть никого ничего. В чем главный секрет? Ищет. Все ищут какого-то секрета, вот, формулы какой-то. Секрета нету, есть цель и движение вперед. Если у него в душе есть, он добьется. Никакой формулы успеха нет. Вот мы тоже здесь всего успеха добились своего. Еще раз привет, друзья. Пришли мы с Муратке, ну, поужинать после тренировки. Уже вечер, мы устали. Но у нас остались некоторые вопросы. Давайте продолжим. Вот, первый вопрос, Муратке. Я вот с вами сейчас вот хожу по ходу интервью. Вас очень много людей узнают. Вообще, вы чувствуете свою... значимость и чувствуете вы себя знаменитым в обществе? Ну, как сказать, тяжелый вопрос для меня. Конечно, люди узнают, я этому очень сильно рад. Вам это нравится, как бы, не нравится? Как бы выразиться, чтобы это не казалось, это не показалось как будто тщеславие. Но вам это приятно или вы не хотели бы, чтобы они с вами фотографировали? Не, приятно. Почему приятно? Что люди узнают, я рад этому. Я в школе, помню, одноклассникам, друзьям говорил, еще в 6-7 классе. Вот увидите, ребята, вот сколько-то времени пройдет, меня не только вся школа, не только весь район, меня весь мир будет знать. Я им так говорил. Вот. Ну, вы в какой-то мере мечтали об этом, значит, в хорошем смысле? Конечно. Чтобы родителям было приятно. Понятно. А были какие-то нелепые случаи, когда вот... подходит, узнает, можете там рассказать? Есть такие случаи вообще? Ну да, иногда вот узнают, смотрят. Мне аж самому неудобно, блин, как-то. Вы смущаетесь, да? Да, смущаюсь теперь. Они думают, что какого-то преграда есть, доступа нету, что нельзя подойти, там поздороваться и так далее. Но такого нету, я всегда рад любому человеку, хоть кто он, всегда рад. Иногда вот я вижу уже там телефон приготовить или что-то еще там, и не может, короче, смелости набраться, чтобы подойти. Я эту ситуацию сразу пересекаю и сам, короче, говорю, окей, идем, сфотографируемся туда-сюда. А смешные какие-нибудь случаи бывают? Ну, смешные тоже бывают. Не смешные иногда, блин, это такие ситуации бывают, там, сидишь, да, там, с кем-то разговариваешь, там. Не только спорт же, правильно, еще есть свои дела там, по бизнесу или еще что-то. Сидишь, обсуждаешь, может какой-то парень придет. Я не хочу их обижать или что, я рад, что они хоть... Все же люди разные, понимаешь, ко всем индивидуальный подход нужен. Ну, ни здрасте, ни пока, короче, придет, скажет, давай сфотографируемся, короче. Ну, теперь... Что ему скажешь, да, например? А вы отказываетесь такое? Не, никогда, никогда. Это... Хоть вам и неловко, да? Ну, хоть, да, возле людей неловко там, все равно. А если у вас настроения нет? Не, все равно. Это, понимаешь, когда уже тебя люди знают, да, ты уже в обществе, да, там, ты не должен никому отказывать, да? Там, сфотографироваться, поздороваться, да? Это неправильно будет, наверное, я так думаю. Что ты доступ, короче, закрываешь.
мы не такие же люди, мы этот, если по спорту, да, нас знают, да, это значит уже публичный человек, правильно? Ты уже, считай, твоим трудом, да, твоими силами ты достиг, ну, люди же тебя знают, поэтому ты звезда, да, становишься, да, правильно? Или фаворит, или что там, как говорится. Ты из-за людей же, правильно? Как... Они за вас голосуют, болеют. Да. Вот этот человек тоже один из них, правильно? Ты не можешь, да, ты не имеешь права ему отказывать. Сфотографироваться, или поздороваться, или вместе посидеть, пообщаться. Поэтому я считаю, хоть кто он, любому человеку я сам подойду и с радостью с ним сфотографируюсь, пообщаюсь. Никаких преград, никаких... Этих нету. То есть звездной болезнью не болеете? Нет, ну, это, если... понимаешь? Ой, это кто? Это не то? Нет, так не пойдет, потому что это неправильно. А как вы вообще свободное время свое от работы, от спорта проводите? С друзьями, дома? Ну, я чаще всего на улице нахожусь, с друзьями там. По делам своим личным. Ну а как вы просто отдыхаете? Ну, например, что для вас поготовить, в горы поехать? Как вы? Ну, у меня много, да, хобби. Я очень сильно люблю готовить, так как у меня папа говорили, повар, да? Я тоже сильно люблю готовить. Люблю фильм посмотреть дома наедине. Погулять люблю где-нибудь, да? А какой любимый фильм? У меня любимый фильм... Два любимых фильма у меня есть. Один из них вот «Храбрый сердцем», Уильям Уоллес, да, там, главный герой, Мел Гибсон. И фильм «Куда приводят мечты». Вот эти два фильма я уже лет 10, наверное, лет 20 уже смотрю. Эти фильмы как-то повлияли на вас вообще, как на человека? Нет. Просто я люблю... А вот «Храбрым сердцем» очень сильно повлияло. Он мне нравится, а этот, куда приводит мечты, это просто такой фильм, драма. Очень интересный фильм, хороший фильм, мне нравится. А вот я видел в Инстаграме у вас фото есть этот, на лошадке, как вы его подняли. Это вы профессионально занимаетесь? Профессионально где-то как-то не занимался. В детстве с дедушкой на ферму ездили, там у нас лошади, все такое было. Я там где-то с 3-4 лет уже верхом ездил. Я на лошади... Не падали вы так? Не падал. Ну, получается, вы любите адреналин в любом случае. Да. Я просто, исходя из этой фотки, говорю... В том году с парашюта прыгнул. Да? Где? Вот в горах у нас. Да? Это вот когда один человек прыгает без... Ну, не, я со страховкой прыгнул, конечно, там и не пускаю уже. Для этого надо учиться. Ништяк, советуете? Да, хороший ништяк. Охотиться люблю тоже. Тарелки стреляю. Животных не стреляю я. Животных очень сильно люблю. Лошадей, собак. Собаки, да, самые верные. Животных не стреляю. Вот тарелки стреляю. Из 10 9 попадаю в летящую тарелку. Понятно. Ну, еще такой вопрос, а бывает ли вот, ну, по вам посмотреть, ну, вы сильные, ну, уверенные, успешные, но бывают ли такие депрессивные моменты, или, ну, когда вот хочется, ничего не хочется, или хочется что-то бросить, то, что начали, я не знаю, что вы, как с этим боретесь, бывают ли у вас вообще такие моменты? Конечно, бывает, часто вот у меня и депрессия, и раздражительность. Я с этой депрессией, раздражительностью всегда по-разному справляюсь, не одинаково. Бывает иногда из дома не выхожу, бывает иногда, что если даже депрессия, я сам себе там настроение могу поднять, там, друзей позвать, со всеми посидеть, да, потом поехать погулять там. По-разному я свой стресс и депрессию снимаю. А на людях это как-то отражается? Нет, зачем? Не выдаете, то что вы стрессуете, депрессуете? Это вот, понимаешь, у меня вообще с детства еще вот такой девиз у меня был, это Сардор Ташхаджаев, он в то время
азиатский в федерации президент был. Кикбоксинг, универсального боя. Тоже хороший человек очень. Они очень много, кто меня хорошо знает, у меня всегда девиз был. Вот это когда первый раз я чемпионом Азии стал, я им тогда так сказал. Мой выигрыш — это общий выигрыш. Не только мой, он для всех. Для зрителей, да, кто за меня болеет, моих родителей, моих тренеров. А мой проигрыш — это мой проигрыш. Это никого не касается. Потому что это я проиграл, да, получается. Я этим не хочу делиться, понимаешь? Победой, радостью я делюсь со всеми. А с грустью не... Нет, зачем, если у тебя такая ситуация, да, там еще кого-то грузить или свою ауру, да, на него. Лучше сам это не советуете, да? Конечно. Просто нет, говорят же то, что вот если не говорить о своих проблемах, ну у вас, наверное, есть близкие люди, с которыми вы это обсуждаете, потому что если в себе это копить, это очень сильно на здоровье влияет, как бы. Ну, влияет, дает о себе знать. Ну, есть такие вещи, даже самым близким, самым не можешь, да, говорить. Ну, я вас понял. Ну, в общем, вы радостью делитесь, а вот с детства, ну, то есть у вас так положено, то что с конечно негативом не... Понятно. Братаке, вот я бы хотел спросить, ну, вы сильный человек, в чем-то уверенный в себе даже, но по вам не скажешь, да, то, что какие вот, какие-то у вас проблемы были. Но я считаю, то, что у каждого человека такие взлеты и падения были, и вот можете по... Ну, про падение свое рассказать, когда вот остались без ничего, без друзей. Ну, всякие моменты, наверное, бывали. Да, бывали, конечно, очень сложные моменты в моей жизни. И не раз. Не жалеете, вот какие-то ошибки были, то, что вы совершили? Ой, я бы мог это не делать. Вот. Знаешь, ты... Мучитесь. Если сделал ошибку, да, уже жалеть не надо, да? Ты два неба уже проигрываешь. Ты сделал ошибку, проигрываешь, правильно? Жалеешь, да? Думаешь, грузишь, да, себя. Это еще раз проигрываешь. Сделал ошибку, один раз проиграл. Все, жалеть больше не надо. Все, это прошло, пройденный этап. Нужно идти и двигаться вперед, я так думаю. Чтобы два раза не тормозиться, понимаешь? Ну, то есть вы сами себя не едите, да? Ой, зачем? Нет, конечно. Если даже ты сам себе руку скушаешь свою, да? Что-то изменится? Нет. Я просто к тому, что некоторые люди же говорят, вот если бы, да, кабы, если бы это я не сделал, тогда да, бы... если бы, это вообще слово... Не используется. Это не используется. А какие вот сложные моменты бывали? Это вот можете, ну, хотя бы один рассказать? Сложный момент у меня, например. Но это послужило вам уроком? Да, конечно. Просто не сломались, имеется в виду? Нет, зачем ломаться? Там, наоборот, мне это все плюс пошло. У меня другие интересы, другие взгляды на жизнь. Повзрослели, да? Да, конечно. По-другому начал, да, уже на все смотреть и оценивать все. Ладно, если говорить, вот, вы вообще правильный образ жизни ведете? Ну, скажем так. Ну, я это не могу сказать о себе, понимаешь, это люди скажут о тебе. Ты себе как можешь оценку дать, что ты хороший или плохой? Как человек вообще эгоистичный, как вы считаете, есть вообще лучше? У вас люди как-то лучше, да, бойцы? Есть эгоизм. Есть? Конечно, есть. Ты часто любуетесь в зеркале? Не, в зеркале я не любуюсь, я, конечно...
о себе думаю иногда. Это эгоизм, что ли, правильно? Ну, да. У каждого человека есть эгоизм, по-любому без этого никак. Но все-таки считаете, что эгоизм он должен быть? Ну, я не считаю это, что должен быть. Это у каждого человека есть. 100%. У каждого есть. Ну, есть люди же, которые альтруизмом занимаются там. Просто так там помогает, ходит всем всю жизнь. Все равно, когда жизнь у него коснется, он выберет свою жизнь. Это тоже эгоизм. Угу. Правильно? Угу. Он о себе думает. Это эгоист, который человек о себе думает, правильно? Только о себе. Да. Если у него вопрос в жизни, да, будет, так придет. Он же о себе подумает. Ну, конечно, подумает. Чтобы не умереть, правильно? Ну да. Это и есть эгоизм. Вот, на ваш взгляд, вообще, кто для вас великий боец? Есть такие? Или ну, великий, вы считаете себя среди великих? Нет, ни в коем случае. Я сам, у меня нет кумира, например, да, чтобы мне кто-то нравился. Как почему? Тактика какая-то чья-то. Потому что даже я элементарно даже бои не смотрю по телевизору. В записи какие-то, не смотрю я это. Футбол? Нет. Неинтересно? Футбол, бои, борьбу. Спортивные каналы я вообще не смотрю. Вам в жизни этого хватает? Да, у меня и так это каждый день. Поэтому никакого кумира тоже у меня нет. Ни на кого похожим не хотел никогда быть. Ну да, кстати, я вот в детстве помню, вот ваша прическа, уши закрывать, да, вот это вот она была. Ну, вашим трендом можно даже назвать, без преувеличения, среди молодежи. Ну, учитывая то, что я вас 7 лет младше. Так, ладно. А вот вы вообще что советуете-то молодым в этом плане? У человека должен быть кумир, или он все-таки, чтобы стать для кого-то он кумиром, он должен свое что-то придумать, у него должен быть свой стиль? Люди не все одинаковые, да? Для кого-то кто-то стимул, да? А у вас стимула разве такого не было, что ли? Ну, для кого-то что, равняться? Нет, такого не было. Такого не было. Наверное, даже в детстве не было, потому что у меня времени не было, чтобы телевизор смотреть, что у меня кумир появился. Когда лепешки, например, я таскал, я хотел, давай быстрее, чтобы я их пек, короче. Понимаешь, да? Проблемы другие были. Проблемы другие были. Не до телевизора, там Тайсон или Мухаммад Али, кто. Это великие люди, там разговора нету, они в спорте свою большую я, да, поставили свою букву там, имя свое там они конкретно плотно держат. Разговора нету. Но для меня никто не считается, да, кумиром. Давайте поговорим о критике. Вот, вы как-никак, мы уже поняли, то, что узнаваемый человек. Вот, мы идем с вами фотографироваться элементарно по вашему инстаграму, там, сколько там, 60 тысяч человек? Вот. Они, условно скажем, ваши фанаты, они интересуются вашей жизнью, но есть недоброжелатели. Да, тем, кого вы, возможно, перешли дорогу, может, кому-то просто не нравитесь. Как вы вообще относитесь к критике, когда у вас кто-то что-то плохое говорит, не зная, пишет что-то плохое? И вообще, как вообще к критике относитесь-то? Ну, вообще-то я нормально к этому отношусь, так как без этого никак. Все кого-то, даже мы вот сидим и даже кого-то можем, да, критиковать. Мы тоже критики. Критикуем же, правильно? Значит, тоже критики. Значит, без этого никак. Пусть критикуют. Но вы ведете к тому, что люди же о чем-то должны разговаривать. Ну да, раз кому-то они... нравишься, кому-то не нравишься. Для всех одинаково не можешь. Но вы хотели вот всем понравиться вот в начале карьеры? Потом поняли то, что всем по-любому не понравишься? Конечно, ты всегда хочешь, это я сейчас тоже хочу, чтобы я всем нравился, да, вот. Чтобы я всех там любил, уважал, чтобы меня уважали, любили. Ну, это такого никогда не будет. Кому-то ты просто не нравишься, твой внешний вид не нравится, твой характер не нравится, а кого-то ты вообще органически вымогаешь, да? Да. Вот так вот. А вот обидно, что когда что-то плохое вас пишут? А мне на его мнение вообще, короче. Все равно. Да? Реально, никак не задевает? Нет, вообще. Я его потому что даже не знаю. А если знающий человек?
Ну, пусть мне придется скажет в глаза, да, например. Ну, если я не такой, сказал, такой, а кому-то сказал, вы об этом услышали. Ну, это другое, понимаешь? Вы обижаетесь на такой человек? Не, я почему? Я не обижаюсь ни на кого. Это, понимаешь, человек может там разное там, говорить, там, с кем-то обсуждает. Мне это безразлично и неинтересно. Я только смотрю, кто возле меня, вот ты напротив меня сидишь, что ты будешь мне говорить. Это мне интересно. Лицо, да, глаза. Да, мне неинтересно после того, как ты уйдешь и будешь обсуждать мою тему, да, какую-то. Это мне уже неинтересно, да. Потому что ты там обсуждаешь, я это не слышу и не вижу. Я вижу и слышу только человека напротив. Остальное мне неинтересно. Ну вот я просто еще, кроме критики, кроме простых слухов, есть же еще интернет, где пишут о вас разные вещи. Это тоже не обидно, к примеру? Того, что, к примеру, не было. Не, я же тебе подчеркиваю, говорю, много кто, например, не любит, недолюбливает, да, много кто любит. Они, например, вот любишь человека и не любящий, да? Они не разделяют тем, что эти меня знают, а эти не знают. Эти тоже не знают, эти тоже меня не знают. Но некоторые не любят, некоторые любят, правильно? Вот всякие там нужные, ненужные вещи там могут написать, да. Ну вот это вот не обидно, что ли, тоже? Ну, они я же сам знаю. Нет, ну, пусть они что хотят делают, да, лично я сам знаю. Что да? Я как? Какой я сам? Для меня это самое главное. То есть вы не стараетесь под людей подстраиваться, вот если он говорит, нет, вот, вот конечно. У тебя такая вот вещь есть. Вот, ты прямой, да, вот это вот надо чуть... покладистей быть. Вы не будете меняться, правильно? Вот, кстати. Нет, я тогда не смогу жить. В Рудке вот есть такая пословица. Говорят, сила есть, ума не надо. Как вы к ней относитесь? Ну как это так? Сила есть, ума не надо. Это придумал какой-то очень слабый человек, да? Чтобы поиздеваться там над сильным человеком. Любой спортсмен в первую очередь он считается стратегом. Любой, потому что и в футболе, и в боксе, и в любом спорте есть своя стратегия. Потому что там, прежде чем сделать одну атаку, ты уже знаешь, уже в уме посчитаешь ты, какую дистанцию, какой размах, какой удар, что сделать, чтобы попасть, чтобы не попасть. Понимаешь? Вы в своих боях вот это все просчитываете? Это, конечно. Это до боя вышел, или во время боя? Нет, именно в бою, это понимаешь, ты, если до боя ты придумаешь, да, что-то, это ты не такой уж, короче, стратег, и не такой уж умный, значит. Потому что ты до боя сидишь, обдумываешь, понимаешь, у тебя он не автоматически работает. Это должно, вот когда ты вышел на ринг, да, моментально он работает, да, мозг. К примеру, сидят люди, да, около вас сидит умный человек, что-то говорит, да, и потом вы что-то говорите. Естественно, вас же будут стоить, потому что сила за вами. Нет, то есть умный человек... Я не использую эту силу. Если он математикой человек... по голове не даст, я просто к чему веду. Он меня может научить, понимаешь? Что мне надо, я у него возьму. Что ему надо? Я от себя могу дать, да? А вы, получается, учитесь по жизни вообще? Если этого математика, например, не будет слушать, да? Я сделаю так, чтобы его слушали. И будет... Ну, если захотите, он будет молчать. Зачем, чтобы он молчал? Это никак не пойдет. Ладно, вот раз о уме разговариваем, вот у вас есть вообще высшее образование? Ну, знаешь, я поступал в физкультурный институт. Российский академический университет, потом в Плеханово, вот три вуза. Ну, как я ранее вот сказал, у меня вот вопросы, да, были, эти проблемы. И меня вынуждены были отчислить. Ну, на следующий год, вот дай бог, я восстанавливаюсь в институт, закончу его. Вот сейчас хочу в Плеханово восстановиться. Почему вы хотите учиться? Зачем это вам? Ну, может, как человек стоять. Там, понимаешь, у меня с детства это интерес был, чтобы в институте там учиться, там уже. Там уже не то образование, не то это, что на улице научишься, или где-то научишься, или хоть какими-то книгами там увлекаешься, читаешь, это другое. Понимаешь, в институте совсем другое. Вы считаете, там что? Свой мир.
4 года там, а ты учишься. Студенческое время? Да. То, ну, если даже мне 30 лет скоро исполнится, да, мне тоже хочется это ощущение, да, студенческие эти. Не почувствовали, да, вы это? Ну, конечно, не было, да, там. Понятно. Ну, подводя вот эти итоги к этому вопросу, ну, то есть, по-вашему, как ваши дети, вот, как вы считаете, они должны получить высшее образование? Конечно. Или все-таки это не влияет на успех? Это сейчас модно, сейчас некоторые вот, миллиардеры есть. Насчет учебы своих детей я очень... Смотрю, вот даже у меня старший сын, 4 года, на английский ходит он. То есть вы сейчас хотите, вот, чтобы они грамотные, образованные? Сейчас были? Вот будут на гимнастику ходить, вот совмещать, да, все. И английский, и гимнастику, и плавание. Надо детей поменьше свободного времени оставлять им. Почему? Ну, чтобы заняты были нужными вещами, полезными вещами. За его здоровьем, да, надо следить с рождения. За его учебой надо тоже следить. А что сразу будет такое, если у него свободное время будет? Зачем? Надо сделать из него, да, человека, чтобы он, когда вырос уже, радовался. Спасибо вам сказал. Да, чтобы у него не было какого-то свободного времени, чтобы какой-то чепухой заняться, да? А вот он, чем научится где-то курить или еще что-то, да? Лучше научится какому-то языку. Полезному делу научится. А вы вот какие языки знаете? Ну, я знаю немецкий, русский. Русский тоже не до конца. Английский? Хотели вообще учить? Желание, ну, английский было? Английский, если я даже не знаю, я могу объяснить и выйти из положения. Вот желание было его вообще учить? Да. Да? Ну, времени нет. Понятно. А вот книги. Вы читаете вообще книги? С виду книги, так не скажешь. Книги я читаю, читал. Очень много книг я прочитал, когда у меня было очень много свободного времени. Очень хорошие книги я прочитал. Посоветуйте пару книг. Я одну книгу посоветую. Это не значит, что я одну читал. Просто другие я не советую, чтобы читали, да? Я понял. Какую? Я бы посоветовал, чтобы прочитали вот Эрнест Хемингуэя «Старик и море». Там в этой книге описывается, да, там это рыба, это старик и этот мальчик. О чем эта книга? Ну, как этот старик уходит в море, да, рыбачит. И там ловит он гигантскую эту рыбу. И что мне рассказывать, надо ее лучше прочитать. Там, если человек эту книгу поймет, прочитает, там конкретно описано мужество. А, мой? Характер. Характер. Понимаешь, там в оконцовке этот старик без ничего останется. Ну, там характер этого старика, этой рыбы и этих мелких этих акул, вот этих рыбешек, вот там много чего описано. Я понял. То есть, как называется «Старик и море»? Эрнест Хемингуэй. Следующий вопрос, он у меня такой вот. Всегда ли вы довольны собой? Вы вообще какой человек? Перфекционист, по идее, или... Все-таки вы довольны всегда собой и себя не критикуете? Нет, я не всегда доволен собой. Свои ошибки я осознаю, обдумываю. Вот, или теми же успехами, которые у вас есть, вы думаете, что могли бы больше, к примеру, да? Или вы думаете, это вот все, что это потолок? Я довольствуюсь тем, что мне Бог дал, и стремлюсь еще к лучшему. Я не могу сказать, что я вечно доволен собой. Я в очень редких случаях бываю доволен собой. Это какой момент был? В Сочи, к примеру? Да, я был доволен, но там тоже есть свои нюансы. Я был доволен, что я нокаутировал, но не был доволен самой этой ситуацией. Там очень некрасивая ситуация, неправильно получилось в то время. Ну, само ощущение вот этого выигрыша, это же был ваш самый крупный турнир, это неловкие какие-то? Это... Какое ощущение это, как это, каково это чувствуете? Чувство победы. Пока не победишь, не узнаешь. Это не могу передать. Описать нельзя, да? Теперь давайте блиц-вопросы. У нас блиц-вопросы мы задаем, ну, то есть, отвечаете коротко, ясно, понятно. Чего вы боитесь в жизни? Я боюсь в жизни... В войне своей стране.
Страх, который вы не победили еще в себе. Любой страх можно выиграть. Самый запоминающийся момент вашей жизни. Самый такой яркий. Ну, рождение моего первого ребенка. Это самый. Ладно, какие у вас планы на 2017 год? Ну, на этот год. Не будем планировать на 5 лет. Я очень сильно хочу и стараюсь открыть очень большой клуб, да, спортивный. Возглавить его. Возглавить его. Отдать свой опыт, да, молодым, перспективным, хорошим ребятам, тренировать их. То есть вы с этим смирились, да? То, что вы вот, ну, то есть с возрастом вы должны отойти и дать дорогу, то есть. Конечно, не хочется тебе. Эстафету, вот знаешь, да, этот бегают же, передают же друг другу эстафету. Это вот так и должно быть. Ты никогда не будешь молодым, да? Когда не будешь полным силам. Вот когда первый раз чемпионат Азии я выиграл, там 30 лет, 35 лет, да, 25 лет, да, ребята, мужчины были. Мне 17 лет было. 17 лет. Я 17-летний парень, вышел все 5 боев досрочно. Минута, 20 секунд, 40 секунд, вот так выиграл 5 боев. Ну вот вы говорите то, что вы хотите уже постепенно, так скажем, ну, отойти от этого дела в силу возраста. Ну, не делаю в том, что сила возраста, я все еще уверен в себе. Ну, на здоровье это как-то все отражается, то есть мы же тоже... Да, на здоровье отражается. Ну, вот вопрос закончен, да? Угу. Вот парень, да, какой-то перспективный, ты видишь, да, выходит молодой парень. У тебя, скажем, 2-3 года осталось, да, в спорте, а у него еще 10 лет есть в запасе. Положи. Я лучше эти 2 года пожертвую, чтобы он 10 лет вот лучше, чем я был. Потому что я могу ему помочь. Понимаешь, да? Опытом поделиться. И всем, чем угодно, чтобы он именно вот в спортивных целях, да, вот чтобы он вырос и лучше стал. Но есть у вас такие ученики, на кого вы полагаете надежды? На кого вы делаете ставки, наверное? Хорошие ребята есть, но это еще пока секрет. Выйдут, то есть покажут тебе. Потом поговорим, весь мир, да, узнает. А занимаетесь вы вообще благотворительностью? Получится, как хвастаешься же, это не пойдет. Да? Делаешь, конечно, делаешь. Каждый человек делает, и все молчат. И так и надо, чтобы молчали. Ну, то есть делал дело, гуляй смело. Я понял. Но, нет, то есть в вашем понимании это нехорошо. Да? Я просто почему задаю, у нас в прошлых интервью были такие вопросы, люди задавали, почему не спросили, занимается он благотворительностью. Поэтому я решил вас спросить. Вы делаете, но вы не готовы об этом говорить, да? Да не в том смысле, я никогда не буду готов говорить это. Но советую вот всем, да, кто хочет, желание имеет, да, там, по возможности, что есть, взять, да, и пойти в детдом, там, да, с детьми просто пообщаться, там, понимаешь, там, даже если даже ничего не принесешь, ты туда придешь, они будут рады. Пообщаешься, посидишь, сам от этого наслаждение получишь. А вот по поводу вашего зала, да, вы как-то пробовали открывать зал, ну, то есть этот проект не получился, вы сейчас будете делать новый, да? Да, этот зал получился очень маленький, там народ у нас очень большой, когда собрался. Говорите, поэтому мы решили, куча, да? Да, этот зал пока прикрыть, потому что отказывать же не получится, да, там человек обижается. Мне самому, когда я первый раз пошел на ДОСАФ, там, конный спорт, когда мне отказали, что я тренировался там, я сидел там и плакал, знаешь. И вот такую ситуацию я тоже никому, да, не хочу, чтобы кто-то ко мне пришел, я ему отказал, что мест нету, там, ты не помещаешься. Я так не могу сказать, поэтому сделаем большой зал и всем добро пожаловать. Предпоследний вопрос, так сказать, заканчиваем нашу беседу. Вот, спасибо, Муратке, что вообще в первую очередь согласились на интервью. Вообще, вот подытожить тем, что вы вообще какой человек, многие из вас знают с этого Инстаграма, те же социальные сети. Ну, как человек, это не знаю. Вы какой вообще злопамятный человек? Мстительный? Или вы все-таки в душе, то есть? Не, я никому никогда не мстил. Злопамятный, может быть, но не мстил. Просто безразличие будет у меня.
к этому человеку. Ну да, он может даже рядом находиться, да? Но у меня будет такое безразличие, он там больше 5 минут не может стоять. Понимаете, да? Ну, то есть видимо будете подавать? Нет, видимо не буду я не подавать, ничего мне даже не интересно, ничего ему говорить и подавать. Он просто сам будет этот неловко себе там чувствовать, потому что он сам свою вину знает. Не из-за того, что я его выгоняю или не так смотрю, он знает мое отношение к людям, к нему, к себе, да? И что он сам сделал по отношению ко мне. Он сам не сможет со мной находиться, потому что он сам понимает, да? То есть вы не мстите, проще сказать? Зачем ему мстить? Месть вообще хороший мотиватор? В плане достижения чего-то, чтобы кому-то что-то доказать, отомстить? Или это... Нет? И еще вот последний вопрос. Вот жизнь больше боль или счастье? Как вы думаете? Жизнь? Да. Как ты будешь себя настраивать? Для меня, например, жизнь – это счастье. Что я живу, дышу, что у меня родные, родители живы, дышат. Все живы, родина, да, спокойно везде. Это счастье же, в чем боль здесь? Если один день голодным останешься, это не боль. 2 дня голодным останешься, это тоже не боль. Правильно? Правильно. Давайте тогда пожелаем вот вашим, так сказать, начинающим спортсменам, этим же предпринимателям, да и вообще любому человеку, который смотрит, ваше вот послание за 30 лет, скажем так, что вы посоветуете? Я бы очень хотел, знаешь, пожелать и посоветовать, чтобы люди друг друга понимали, уважали и любили. Все. Друзья, хорошая новость. Молодцы, что досмотрели до конца, во-первых. Во-вторых, мы объявляем конкурс. Самый интересный вопрос, по мнению Мурадыке, мы вручим его очень дорогой подарок. Да, это у нас вот новые условия для героев. Они представляют свой подарок, и мы разыгрываем его честно среди подписчиков. Так вот. Еще раз повторяю, условие простое. Самый интересный вопрос, по мнению Муратаке, выиграет этот подарок. Поэтому не упускайте момент и обязательно оставляйте свои вопросы, комментарии и свое мнение по поводу этого интервью. Муратаке, что это за подарок? Объясните, пожалуйста. Значит, это медаль. Это в Кыргызстане был турнир по ММА, восьмигольники. Я занял 1-е место. Отстаивал честь Узбекистана, да, нашего народа, наш флаг, наш гимн. И... Кто, как вы сказали, вот кто, самый интересный вопрос, ему вручим это. Хочу сразу сказать, это не подумайте, что это не чистое золото. Это дороже, чем золото, это 1.5 года моей жизни. 1.5года двухразовые тренировки, депрессники, изжоги. Вся боль тут вообще. Вся боль. Это для меня очень дорогая медаль. И я, кто выиграет, ему и передадим это. Ура! Еще раз, не упускайте этот момент, Муратке.